В борьбе за чистоту Госадмтехнадзор Московской области подвел итоги работы за год. Как отметил недавно назначенный на должность главный государственный административно-технический инспектор Московской области Андрей Безяев, ведомство активно участвует в организации перехода на новую систему обращения с отходами. Наведение порядка в отрасли перевозки мусора сперва спровоцировало появление стихийных свалок, которые удалось предотвратить благодаря скоординированной работе оперативного штаба и Госадмтехнадзора. За время работы штаба было ликвидировано более 15 тысяч свалок кровавого мусора. Количество обращений на портал Добродела по результатам работы штаба было сокращено. В части, касающейся вывоза мусора, снизилось в 2 раза, а по наличию навалов и выявлению самих навалов и свалок более чем в 3,5 раза. С 1 января Московская область перешла на раздельный сбор мусора. Инспекторы Госадмтехнадзора проинвентаризировали более 13,5 тысячи контейнерных площадок на соответствие стандартов и требований, проконтролировали обустройство 45 сортировочных комплексов. По словам Сергея Безяева, в 2019 году работа будет продолжена. Ведомство участвовало в подготовке к чемпионату мира по футболу, проверяло стадионы и примыкающие к ним вылетные магистрали. В 2019 году начнется комплексное благоустройство Щелковского шоссе и участка Горьковской автодороги, о котором в ежегодном обращении сказал губернатор Андрей Воробьев. Сейчас работа по наведению в порядок подмосковных дорог активно развернута. По поручению губернатора реализуется проект по формированию нового привлекательного облика 10 пилотных шоссе, наиболее нуждающихся в благоустройстве. В ближайшей перспективе все 23 вылетные магистрали будут комплексно благоустроены на новом современном уровне. Также Госадмтехнадзор продолжает контролировать работу служб, занятых зимним содержанием дорог, своевременным удалением наледи с кровель домов. Выявлять нарушения помогают и внештатные инспекторы. За год ими устранено более 2400 фактов ненадлежащего содержания объектов благоустройства. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».